Тамерлан Шудыбир из России. Четвертое место. Абдул-Давид Шарифьонов из Узбекистана. Третье место. Кандидат в мастера Леонид Лысцов из России. Второе место. Кандидат мастера Исламбек Синдаров из Узбекистана. И первое место в категории Open до 10 лет. Михей Науменко из Беларуси. Еще раз аплодисменты и этим мужчинам. Спасибо, ребята, можете отправляться.